Всем доброго здоровечка! Сегодня 24 апреля, сегодня вербное воскресенье. Почему вербное? Потому что сегодня все православные христиане, ну, по крайней мере, у нас на Украине, в частности, там, где я живу, на Западной Украине, утром люди в селах, в поселках, в ПГТ, в городах идут в церковь и из церкви приносят вот такие вот веточки, веточки вербы, которые уже на это время уже распустилась, вот с такими вот листочками. Приходит домой с этими веточками и начинает этими веточками вербы бить всех своих домочадцев. А по дороге, кого встретят знакомых, тоже их бьют. Естественно, бьют не по-настоящему, а понарошку, легонько. Бьют и говорят при этом такие слова. На украинском это звучит так. «Не я бью вербабье за тиждень великдень». Если переводить на русский, ну, естественно, не литературный перевод, а дословный, это звучит как «Не я бью, верба бьет, через неделю Пасха». Великдень на украинском языке – это второе значение, синоним слова «Пасха». То есть на украинском «Пасха», а есть Великдень. То есть по-русски это, наверное, можно перевести как «Великий день». Поэтому всех поздравляю с вербным воскресеньем. Хочу вам пожелать крепкого здоровья и напомнить, что через неделю будет один из самых больших христианских праздников – это Пасха. На этом все. Спасибо, что смотрели. Увидимся. Пока.